Больше 800 человек эвакуировали из Омского аэропорта из-за угрозы теракта. В 6 утра во вторник на первом этаже аэровокзала сотрудники полиции обнаружили сумку. Ее хозяина сначала искали по громкой связи, а когда не получилось, приняли решение локализовать возможную угрозу. Сумку накрыли противовзрывным устройством и эвакуировали всех посетителей из зала ожидания. Рейсы отменять не стали. В итоге угроза взрыва не подтвердилась, и уже к 7 часам аэропорт начал работать в штатном режиме. Прибывшие на место происшествия кинологи и саперы ОМОН обследовали подозрительный предмет. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. В забытой сумке оказались детские игрушки. В настоящее время сотрудниками Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте по данному факту проводится проверка. Однако, по словам очевидцев, о пассажирах, что успели пройти регистрацию на рейс и находились в этот момент в чистой зоне, администрация аэропорта, кажется, забыла. Людей несколько раз переводили из одной части аэровокзала в другую, только через 15 минут им удалось покинуть потенциально опасное здание.